Так, приехал штурман бессмертной копейки. Сегодня он на Ниве и в ТР-3. Тоже ему сюда ехать. Так удачно мы нашли точку. И все тут упражняются. Бородач проводит спасение. Тоже механика. Да, от него мало что осталось, но кузов. А вот и Нива. Еще одна Нива. И патрол. Ну пока. Не получается. Пилот серьезный стой, тут. Постой. Ты поднимаешься точно, это не 204. Это 402. Так мы с ТР-3. А. Бородач пытался сорвать. Мы с ума сошли. А там же вы 200 какую-то брали. Нет, 300. Тоже 300? Да. Охереть. Потому что тут приехали пацаны и говорят, это 200 какая-то, это не наша, идем нашу искать. Вверх ногами читают. Рация в воду упала. Прекрасно. Так что, сдавать? Включи 434-600, я буду говорить. Тут экстрим спуск. Нива легкая, видите, как насколько ей проще, чем более тяжелым машинам. Красавчик. Молодцы. А что, не разрешал в сапогах, да? Патрол. Удалось зацепить кевлар. Ребята идут вверх. Своими силами отказались от помощи экипажа соперников. Да сам выезжай ходом. Давай ходом попробуй. Да там бровка большая, не успею. Да Нива легкая, давай. Я верю в тебя. Нам нужен экшен. Подстрекателей. Много, да. Да не, ну у тебя же белый цвет машины, елки, ты должен выехать. Патрол тем временем продолжает борьбу. Уже и сантраки пошли, и дым. Ух и жестят. Такие ребята настойчивые. Так, ну что, Нива попробует ходом сейчас. Не. Не. Наверное, очень мерзлая, скользкая земля. Тут патрол исполняет. Но практически... Не, не заедет очень скользко. Не заедет скользко очень. Не было бы этой мерзлой ледяной корки, выехала в него легко. Получилось у ребят. Красавцы. Полтора метра. Так надо с точек уезжать.
Просто между точками по озеру. Вот хитрая, ну. Да. Нормальный экшен. Не, ну попробовал ходом. Чуть не заехал. Ё-моё. Такая конструктивная, да, чтобы отбивать как раз то, что можно отбивать на Ниве, да? То, что осталось, чтобы да? Отбить, да? А не, ну там балка. Ниве легче намного всем, чем остальным. Да, то на 600. Как хочет, так и ездит по склону. Глубоковато. Выйдите. Выйдите. Вася, ты правильно видишь машину, что ли? Что это все равно не видит. Руслан, иди, тут есть маленький. Штурман, пилот, дровосек. Сейчас Нива, Нива по другой траектории зайдет. Ходом не получается. Это под землю уходит. Не удается зацепиться. Да, копнул хорошо будущим поколениям. Подготовил трассу, да, людям? Ну, есть альтернативные маршруты. На лебеде сейчас. Четко. После него толщина. Толщина льда, мама, не горюй. Так, траектория для Нивы. А что там, на радиоуправлении едет? Или, а, не, штур, пилот внутри, да? Вы со спины похожи. А у него каска другая, да? Да, да. Черт. А так остальное все как близнецы практически. Здрасте. Равней, может, равней пусть зайдет. Давай, давай! Не, ну хорошо идет. Не-не, нормально. Давай, 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 давай. Отлично идет. Да. Давай. Красавчик. Давай. Провалиться не должна, провалиться. Не провалится, едь. По чуть-чуть, поехали. Тебя толкнуть? Вы помедленнее.
мере. Не, уже достанешь, достанешь уже. Достанешь. Все, да, с запасом вообще. Давай я фотографирую. Да Нива проедет через этот спокойно на тот берег. Видишь, какой четкий план. Да. План идеальный. Ты точно не катаешься. Касается. Только точка не считается, надо эту швабру. Следующие серьезные участники. Сейчас, еще эти. Давай вот этого досмотрим. Сань, давай вот этого еще досмотрим. Так, Нива. Блин, ну это сейчас, знаешь, поехала. Так и есть. Равняй. Не равняй, Юрец. Вот так, так и есть. Да. Иди отсюда посмотри. Давай. Ёханы бабай. Достанешь, Макс. Достанет, Макс. Открывай лючок бензобака. Открывай, да, лючок. Лючок без собака, ничего никогда не говорили, что нельзя фоткаться. Открывай лючок, лючок открой. О, все. Смотри. Четко. Да, про лючок на брифинге ничего же не было сказано. Надо вот такой лючок сделать. Ну, ты можешь дверь открыть, в принципе, смело. А номер на чем? Я уже подумал, что надо сделать вот такой. Стой, у тебя фотка неправильно. У тебя должна быть рукой одна линия именно с краской. Закрой лючок, говори. Да тихо. Номер бортовой. Дверь задняя. Да я ему казал, разверни сюда. Кстати, да. Про лючок была шутка. Еще назад чуть-чуть. Давай, дверь можно. Так можно? Дверь можно. Чуть-чуть назад, там не, ну... Да ему он и так достает. Нормально. Где-то пару часов гонки прошло уже, наверное. Правильно, ребята зашли. Без намокания колес это все сделали. Хорошо, лебедка работает. Ого. Не, все классно. Не, Нива это бомба. Колеса небольшие, ничего не ломается. Тут другая история. Лебедка механическая тоже. Хватает всего, чтобы вытащить этого монстра. Ну все, тут закончили, наверное. Хорошее место. Так, а вот и Шевроле Нива. Это всегда интересно. Сейчас будем смотреть. Ух, тут маньяки. Серьезные. Что они в ТР-3, неужели? Судя по тому, как заходят уверенно, то в ТР-3, наверное. А с какого вы города, хлопцы? А, это серьезные ребята. Привет, Димончик. Это тебе не Малайзия, тут места глухие, давай. Новые шины поменьше. Полегче. Сильвер. Легенький. И машине легче явно. Категория серьезная. Каркас безопасности. Стекла легкие. Все по максимуму снято. Ровно руль пусть поставит. Что, будет сваливаться? Давай. Руль подровняет. Руль влево.
Все нормально, поехали. Тут очень боевая машина, видите. Еще руль бы подвернуть. Практически доехали. Да, все красиво. Точка взята. Нива эти колесики нормально переваривает. Потому что были 3/4, стояли. Было сложно ей до финиша доехать. Лебедка в порядке работает. Даже зацепилась сама. Где кто это? Снег начинает идти. Не, влево руль надо. Влево назад. Не должен провалиться, по идее. Тяжелая машина, хотя трещит лед. Трещит. Ну так, экстремально, я вам скажу, по льду. Хорош достанешь, наверное. Но вы так по-крутому заехали, красавцы. Надо было хоть дверь оставить открытой. Если провалилась, то и застряла на двери. Да там не так глубоко. Димон, выезжай быстрее, блин. Сейчас будет экшен. Ходом выскочишь или нет? На Сильвере должна выехать. Так, тут какая-то Витара. ТР-1. Ну, доехала. Самый экшен вот. Так, конечно, никто не рисковал еще сегодня. Блин, это просто красавец. Тут никто ходом не выезжал еще. Ни одна машина. Молодцы вообще. Не зря мы их дождались. Красавцы. Все, поедем дальше куда-то наконец. Пойду искать, где моя машина. Стоит весь день. Одна. Ну, что-то зеркало лишнее, да? Красивая машина. Какой-то R1 четкий.
хороший аппарат. Так, а вот и джип. Ну, в бою все нормально. Поехал в ту сторону, откуда мы с утра приехали. Да, места красивые. Борьба неплохая.